Дорогие друзья, хотим вам показать детское сиденье, матрасик зимний для санок Тимка. Эта версия имеет интересное отличие. Во-первых, у нее идет по всему краю опушка из искусственного меха. Во-первых, это красиво, а во-вторых, если ребенок будет касаться лицом, вот, ему будет приятно не тканью вот такой вот, да, а мягким мехом. Плюс ко всему, дополнительно мех смягчает, когда на краю ручки, да, он смягчает, на краю спинки точнее, он смягчает, так сказать, трение и так далее, касание, возможные удары. Но это еще не все отличие. Внутри, значит, вот если здесь снаружи поверхности специальный водоотталкивающий ткани вот такой, вот, то внутри оно специально такое, из такого материала, такого, это войлок или фрезерин, что это? Типа войлока. То есть, опять же, такое смягченное, утепленное внутри покрытие. Так, как же их закрепить на санках? Кстати, вот еще хотим сказать, что эти за веревочки. Вот это веревочки для того, чтобы можно было сзади привязать и спереди это сиденье. В принципе, это особо не требуется, но дополнительно, если хотим уж совсем, так сказать, его привязать совсем сильно, то можно использовать. Да, кстати, давайте покажу. Вот здесь вот, видели, что почему здесь красное торчит. А здесь, оказывается, есть прорези. А зачем они? Сейчас мы это увидим. Дело в том, что у санок Тимка есть ремни безопасности. Как вы знаете, ну, веревочку можно не привязывать, но мучиться с ней. Не хочешь привязать? Ну ладно. Держи. Так, на липучках вот так вот одевается на спинку. Так, ремешки вот эти безопасности. Так как производитель санок и производитель, который делает это сиденье один и тот же, он предусмотрел, чтобы можно было использовать внутри сиденья ремень безопасности. То есть, видите? Так вот на липучках ставим. Так, и финальный аккорд. Это чтобы не топорщилось спереди. Вот, подвязать. Можно за подножку, можно за рейку. Вот сильно завязывать не будем. Так, все, саночки готовы, оснащены. То есть смотрите, как удобно, как я говорил, вот он мех. Вот он защищает. Да, то есть. На край, если ребенок там раз, ну, как упал, мех он смягчает дополнительно. Не только красота, но и дополнительная защита, потому что он толстенький, в отличие от этой ткани. Но вообще сиденье за счет вот этой подкладочки, оно толще, более теплее. Вот, получается. Вот так идеально, удобно. Смотрите, как красиво смотрится. Просто шикарно.